Друзья, всем привет! Вы вновь на канале Ski Adventure Говно. С вами Витёк Лыжник. И сегодня у нас продолжение рубрики вами всеми полюбившийся коньковый ход «Почему не получается?». И герой нашей программы сегодня всеми вами полюбившаяся вновь Ира. Вот она. Оп. Эй, ты чё, офигел? Офигел? Ух, она сегодня какая-то злая, короче. Ладно, не будем ее трогать, а посмотрим лучше, как она сегодня поедет коньковым ходом. И что у нее, какой прогресс, что у нее получилось. О, пошла. Быстрее, быстрее спуск надо проходить. Чё-то как черепаха-то. Ну, вообще встала. Ну а что тут, ничего, я предупреждать должен. Сейчас будет горный подъем, давай. Давай, начинай горным работать. Здесь можно закантовывать, как ты любишь. Давай, давай, работай, работай, подъем. Сейчас я тебя вгоню. Лыжи — это труд. Это калории, это сила. Давай, ты преодолеешь этот подъем. Ты сможешь. Тут раз ты в Головино преодолела, давай. Друзья, этот человек настоящий зверь. Он меня сегодня просто... Зап... Я не знаю, он меня просто хочет довести, наверное. До могилы. Да. Да, давай, работаем. Осталось чуть-чуть, 50 метров, и подъем закончится. Хорошо. Все, уже горочка закончилась. Уже сейчас более прямая. Молодец. О.
Едешь как троллейбус, палки вверх. Давай здесь горным еще разок. Здесь. Здесь же подъем. Да. Мы уже снимаем. У нас рубрика вообще-то. Коньковый ход почему не получается? Чего-то не будет. Я не буду так снимать, когда я вообще не готова. Выключайте, сказала. Уже все записано. Это все пойдет в YouTube. Выключайте, сказала. Камеру вырубай. Ага. Езжай, езжай. Все? В общем, друзья, вот так вот покатались. Что скажете, давайте пишите по технике Иры. Я думаю, у нее уже с каждым разом стало получаться все лучше. Давайте напишем, поддержим ее, чтобы в дальнейшем она тренировалась дальше, у нее все обязательно получится. Ира, ты довольна сегодняшней тренировкой? Ой, довольна, но я без сил. Она говорит, что она без сил. А почему без сил? Ну, потому что кто-то меня очень сильно заставлял сегодня ехать. А я замерз, даже не устал и вообще, короче, я замерз сегодня. Ну, извини, лыжи это, конечно, труд, поэтому на лыжах надо трудиться, надо работать, это все-таки спорт. Поэтому не расслабляемся, тренируемся дальше. Ребят, до новых встреч. Пишите ваши комментарии, как обычно, что думаете по технике Иры. Все, всем пока, тренируйтесь на лыжах. В Головино, в Габо, везде. Все, ребят, сил нет. Домой только так. Господи, как же плохо, я катаюсь на лыжах. У меня домой уже только так, боже мой. Надя, я не хочу.